Облегченная версия Делины для Розе. Это легкий, изящный, утонченный женский цветочно-фруктовый аромат, который был выпущен в 2021 году. Это самая утонченная роза в парфюмерии, которую я знаю. Вообще не очень люблю розу, но здесь она настолько нежная, настолько сливочная, что нос просто сложно оторвать от запястья. Аромат начинается с медовой груши, сочного личи и освежающего цитрусового бергамота. Пион в средних нотах дарит ощущение свежести и гармонии. А аромат душистой турецкой розы на их фоне особенно ярко раскрывается в своей дерзкой элегантности. База очень-очень мягкая и утонченная. Она состоит из нежнейшего белого мускуса и влажно-древесных оттенков ветивера. Могу сказать, что аромат очень женственный, цветочный, легкий, ненавязчивый. Он никогда не задушит, при этом достаточно стойкий.